Очередная экспедиция поискового отряда «Восток» подошла к концу. И все мы остались вновь наедине со своими мыслями и планами, как бы совместить и выпросить очередной выходной и вновь отправиться на передок Болотного фронта в районе Ржева, Зубцова и города Белого, чтобы цедить из жижи очередного павшего в боях местного значения. Попробую просто рассказать, без планирования и структуры, просто поделюсь увиденным. Без преувеличения эта вахта для нашего отряда стала самой результативной. Во всех ракурсах. По бойцам, по экспонатам, по новым знакомствам и по новым локациям. Впервые мысль о том, что ждет нас что-то необычное, посетила меня на второй день. Заехали, за сутки постарались максимально отстроить и свалились спать. А на следующее утро проснулись от очень знакомого, но практически не встречающегося в городе звука. Процарапав глаза, откинул полог палатки и увидел их. Два клина журавлей. Летели со стороны тех самых лесов и болот, куда мы собирались отправиться, в сторону мемориала, где ежегодно хороним наших солдатиков. Можете смеяться, но чем дольше в поиске, тем больше начинаешь верить во всякие приметы и мистику. Поверил и в этот раз, провожая их взглядом. Все в итоге подтвердилось. С первым нашим мужиком мы просто встретились. Заплутав, пробирались кратчайшим маршрутом к месту, и как-то так вышло, что вышли просто друг на друга. Повальное дерево и он. Пара гранат РГД, развороченный осколками диск от пистолета-пулемета Шпагина и ковер патронов из этого диска. Метров в 20 в болотине названили ложку, закрученную в бараний рог, с буквами то ли жнык, то ли жныс. Все это еще предстоит разобрать. Больше недели мы выходили к тому самому месту. Когда осознали весь масштаб работы, пришлось просить помощи у всех свободных отрядов, находящихся на вахте. И все, кто шел туда с нами впервые, задавал вопрос: «А как вы вообще вышли и что-то нашли в такой глуши?» До сих пор не знаю. Спросите себя сами, а как вы находите бойцов? Там свернули, тут проверили, здесь оступились. И вот он, как будто сам позвал. Так получилось в этот раз и у нас. Первую неделю после той встречи с первым шло одно железо. Причем именно то железо, рядом с которым и должны они быть. Каски, кружки, котлы, противогазы, винтовки, лопатки. А мужиков не было. Каждый раз, взрывая землю рядом с очередным подобным сигналом и находя такую находку, расширялись квадратом 2 на 2 метра, чувствовали, что мы очень близко, но пока где-то не там, что нужно смотреть где-то в другом месте. Ребята попросились пробежать еще пару километров с разведкой, чтобы проверить очередное скупое донесение из журнала боевых действий дивизии. Пробежались, вернулись, глаза горят, рассказали, дошли до нашего передка, по нейтралке. Перед немецким опорным пунктом, как и положено, колючка, отработанные стаканы от немецких прыгающих шпрингмин, наше верховое железо под амхом и рваная танковая броня с траками от 34-ки. Признаюсь, такого я еще никогда не видел. Думал, что все это растворилось в 90-х годах 20 века. Однако, на дворе 2018 год, и своим глазам я верю. 8 километров в одну сторону. Затем, правда, мы отыскали дорогу покороче, всего лишь в 5 километров. И мы на месте. Разбежались по лесу. Первый сигнал – гильзы от немецкой осветительной ракеты. Второй – жмень наших стальных патронов с остатками подсумка. Штык лопаты в сторону, большая берцовая кость. Минут через 20 слышу крики ребят: «У меня боец! Еще один!» Работаем. Под вечер добрались до самого опорника, точнее до его бруствера. Среди монотонной чистки от немецких гильз выскочили еще косточки. Прошли дальше еще, дальше еще. Итог – весь немецкий бруствер в разрозненных останках советских солдат. Руки, ноги, черепа – все в кучу. Поняли. Своими силами тут уже не справиться. Понадобится помощь всей экспедиции. На следующий день продолжили уже усиленным составом. Взялись за размародеренную яму, минимум 10-летней давности, неподалеку. На дне – ящик наших патронов, за который, видимо, те нехорошие люди и зацепились. А на отвале – ямы кости, сложенные в квадрат 50 на 50 сантиметров. Сначала думали, что там один, а в итоге их оказалось трое, смешанных в одну кучу, и маленький красный ножичек с болотной жижей, с нацарапанными буквами «ТОСЯ», вместе с медицинским ножом для бинтов и останками склянок с мазью. Прости их, Тосенька, и нас прости, что не успели. Итог нашего отряда таков. 20 бойцов рабочей крестьянской Красной Армии, один эксгумированный солдат противника, две подписные вещи – ложка и складной нож. После нашего отъезда отряды экспедиции «Бельский плацдарм» продолжили работу на этом месте, но так как пока связь отсутствовала, мы не знали результата.
В итоге с того места ребята вынесли всего 27 бойцов Красной Армии. Хочется еще рассказать очень о многом. Надеюсь, что это удастся сделать позже. А пока наш первый творческий отчет за этот год подошел к концу. Сезон только начался, а это значит, что впереди еще множество разведок, выездов и новые истории, о которых мы обязательно расскажем вам. А если хотите не только слушать и смотреть, но и понять самим, как это и для чего, всегда вам рады.